усадьба нашего дома, которая была охранена старинными деревьями. В основном у нас в Измаиле вот эти вот румынские дворы красивые были охранены старинными соснами. И обязательно был такой фонтанчик возле дома, да, с какой-то скульптуркой и какие-то выложенные плиточками, в основном мраморными плиточками, вот такие вот движения от входа туда прямо к главному входу в дом. И, в общем-то, конечно, ограда была, знаете, какая, сейчас вам скажу, чугунная. И мы, девчонки, кузины, подружки, были защищены в этом пространстве. Это пространство было, назовем его пространством непослушания. Все взрослые в доме, а девочки, мальчики, друзья их гоняют по всему двору и даже перепрыгивают заборы, чтобы оказаться на другой территории.